Высоко в Андах на плато Альтиплана расположился ветреный городок Эль-Альта. Здесь процветает преступность и наркоторговля. Однако этим детям, похоже, повезло. Им помогают вырваться из замкнутого круга при помощи Вивальди и Бетховена. Рудольф Габриэль – один из самых многообещающих музыкантов страны. На скрипке он начал играть в 16 лет. Сегодня он ищет таланты среди маленьких жителей Эль-Альта. Музыка может помочь продвигать прогресс в Эль-Альто. Здесь много банд, но если будет больше музыки и других мероприятий, то люди смогут занять головы другими вещами. По словам музыканта, программа, в которой он участвует, может в будущем избавить детей от бедности. Для меня программа обучения – это выход и это прогресс. Сегодня для меня это все. Создала эту программу британская благотворительная организация. Она позволяет детям не только развиваться, но и в будущем проводить выступления совместно с уже знаменитыми музыкантами. Обучение проводят добровольцы. Они приезжают в Боливию на период от 3 недель до полугода. По случаю приезда новых преподавателей ученики школы устраивают концерты. Их наставники говорят, что удивлены талантом многих детей, но ученикам зачастую не хватает уверенности в себе. Многие дети стесняются и плохо выражают эмоции, боятся открывать свой внутренний мир через игру на инструменте. Впервые подобная инициатива была испытана в Венесуэле. Там музыку начали преподавать маленьким жителям трущоб.